будут разбираться вопросы про настоящих мужчин, настоящих женщин, что это значит быть настоящим мужчиной, настоящей женщиной. Мне нужна одна минутка, потому что несколько вариантов. Настоящий мужчина. Ты хочешь, чтобы я сейчас озвучивал, ну, как банально, стереотипы, там, вот настоящий мужчина и настоящая женщина? Ну, и мне вообще не нравится определение настоящий мужчина и, там, настоящий кто бы то ни было. Представление о том, о настоящей женщине, да, вот, он тоже человек.